делаете? Что это была за грёбаная хрень? Никогда такого не видела. Оно как выползло из кошмарного сна, видели? Страшный жуткий рот, мертвые пустые глаза. Главное, его больше нет. Я уже думала, оно меня схватит. Я чуть не сдохла. Ты напугалась до смерти. Мы тоже. Но нам удалось свалить оттуда. О, да. Слава богу, мы целы. Мы в безопасности. Эта тварь, чем бы она ни была, все еще где-то здесь. Может, дышит нам в затылок? Она была в цепях. Совсем как женщина, брошенная в воду. Это же не просто совпадение. Кто-то видел, что случилось с Тейлор и Дэниелом? Они должны быть близко. Пойдемте уже. Может, пойдем? Мне здесь не по себе. Не хватало тут застрять. Пойдемте уже. Удивительно, что кто-то до сих пор сюда приходит. Гибель в таком возрасте — трагедия.
Пойдем подальше от этого моста. Я целиком за то, чтобы оказаться как можно дальше от этой мерзкой твари. Уверен, Дэниел Стейлор думает так же. Прячьтесь, живо! Мне кажется, лучше не лезть к нему. Помните, что сказала женщина перед тем, как ее утопили? Девочку должна остановить. Речь шла о судах над ведьмами, так? Не уверен. Ладно, идемте. Я зайду и осмотрюсь. Как ты? Интересно, этот мутант нас сейчас преследует? Не думаю, что он идет за нами. С чего это ты взял? Этого не повторится. Сбежал цирковой уродец. Вроде того. Что за звук? Не слышу. Ну его нахрен, пойдем другой дорогой. Не думаю, что есть другая. Ничего, так маршрут. Я тут уже нагулялась. Эй, сюда. Посмотри на это. Эта тварь может быть еще здесь, в воде. Нет, мы от нее оторвались, уверен. Черт! Иди первым, ладно? Ты весишь куда меньше. Давай лучше ты. Я ни за что не полезу на этот трухлявый мост. Иначе мы остальных не найдем. Выбора нет. Ладно. Я пойду вперед, а ты за мной. Если мост не рухнет. Отлично. Что это было? Ты видишь?
Уходим отсюда. Дэниел! Уберите свои руки! Тише! Умоляю. Мэри! Сюда, я здесь! Мэри, исток всего зла здесь. То есть та девочка — это зло? Я не понимаю. Моя дорожайшая Эмми провозгласила себе перед смертью, дабы покончить со злом. Должна остановить Мэри. Вы кто такой? Почему так похожи на Джона? У меня нет ответов. Может, я уже околдован ведьмой? Я нашла ее! Вот она! Отколи она у тебя? Я сама ее смастерила. Я возьму, дабы уберечь тебя. Домыслы и вероломство нашли приют в Литл Хоуп. Мы все в опасности. Прошу, Табита, оставь ее мне! Нет. Ни одного телефона. Ладно, похоже, мы и вправду здесь застряли. Их еще нет? Нет. Пока нет. Надеюсь, они в порядке. Я думал, мы быстрее найдем водителя. Куда он делся? Да что ты к нам привязалась? Она... хочет, чтобы мы шли за ней. Да, пойдем за ней. Она явно тут замешан. Те две девочки. Одна из прошлого, а эта девочка из настоящего. Может, девочка, которую мы видим здесь, своего рода отражение девочки из 17 века? Не будем ждать Дэниела Стейлор? Если бы они шли в эту сторону, уже бы дошли. Не отходите. Неизвестно, что там. Эй, подождите! Кыш! Ох, ну и гадость. Вы тут? Помогите! Держу вас! Джон! Помогите мне! Thank you.
Анжела? Блять! Нет! Чем она такое заслужила? Мы остались вдвоем, пока Дэниел с Тейлор нас не найдут. Эй! Что-то мешает открыть дверь. Помогите толкнуть. Это место напоминает какой-то музей. Она здесь? Спокойно. Мне не по себе. Соберитесь. Мы не допустим, чтобы кто-то повторил судьбу Анжелы. Вы уверены? Я сделаю все возможное, чтобы защитить нас. Когда выберемся, сразу найдем остальных. Если они еще живы. Почему девочка ходит одна? Это странно. Может, она связана с Мэри? Должно быть. Но пока непонятно, как именно. Эй! Взгляните! Я это уже видел. Где? На дороге, возле того задрипанного бара. Мы с Анжелой увидели ее и подняли. Как раз перед тем, как Мэри напугала нас первый раз. Занятно. Может, она привела нас? Хотела это показать? Давайте рассмотрим ее. Какого черта, профессор? Есть великое множество историй о том, как духи вселяются в предметы. Да, в кино. Аккуратней, ладно? Что если дух Мэри все еще живет здесь? Сожжем ее? И, быть может, на этом все закончится. Есть еще вариант. Может, уничтожение любимой вещи только разозлит ее. Вы правы. О, здесь выход. Куда делась девочка? Привела нас сюда и растворилась? Может, этого она и хотела? Привела нас к кукле и готова. Не уверен в этом.
Почти разрядился. Все равно сигнала нет. Ты слышала? Может, что-то слышала, не уверена. Народ! Профессор! Это вы там? Может, пойдем отсюда? Где остальных носит? Может, тоже заблудились? Думаешь, они ищут нас? Наверное. Анджела уж точно не бросится меня искать. 100 пудов. Она, конечно, не подарок, но не настолько. Ты точно уверен? Да. Я ее давно знаю. Дольше, чем всех вас. Так. Спорим, никого нет дома? Нет уж, без меня. Но первое здание за долгое время. Найдем вход? Прям как ты смог найти вход в тот магазин, что ли? Ты что, еще и взломщик? Нет. Я им в прошлой жизни был. Эй, Тейлор, посмотри! На что именно? Думаю, посетителей давно не было. О, да. С тебя 10 баксов. Хрена лысого, я с тобой не спорила. Хорошо. Открыто. Я его подниму без проблем. Мы, конечно, можем поспорить, кто пойдет первым, но результат же очевиден. Ага. Отлично. Эй, что за... Тише, здоровяк. Не бей страшную куклу. Смешно. Залезай давай. Давай, сюда. Они прям как живые. Ну и жуть. Что там? Я там что-то видела. Ты куда идешь? Ты уверена в этом? Нет. Это вы? Тейлор! Тейлор! Мой хозяин не поможет тебе. А принял жир Худова. Моли Господа нашего всеблагого обращения. Происходит!
Блин, давай же! Что такое? Там голоса. Я, блядь, себя увидела! И она меня тоже! Странно одета, странно говорит. Какого хера? Прости, что я не был рядом. Женщину ту, похожую на меня, уволокли как какую-то преступницу. Черт. Идем отсюда. Согласен. Идем, нам туда. Вот и вы. Теперь вы начали хоть что-то понимать? Та тварь, чем бы она ни была, продолжает преследовать Анжелу. Неустанно. Надеюсь, Анжела в порядке. Очередная, упущенная возможность вооружить вашу группу чем-то полезным. Вам стоит быть аккуратнее. Быть чуть внимательнее. Давайте я помогу. Чуть-чуть подскажу вам. Да? Что ж, как бы так сказать, у всех есть свои демоны. Они принадлежат лишь нам и часто рождены из сожалений. Вот мудрые слова одного великого ирландского драматурга, которого я повстречал в Париже. Точно. Не торопись осуждать. У святого есть прошлое, у грешника же будущее. Она лишь дитя. Так что поговорим позже.